a season of restoration. Итак, вторая книга Царств, 5 глава, 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость, пошел общаться с Богом, а филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. Вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я несомненно предам филистимлян в руки твои. Я хочу сказать вам, если Бог на вашей стороне, то вы победитель. Если Бог на вашей стороне, то вы среди большинства. Если Бог на вашей стороне, то победа будет за вами. Если Бог на вашей стороне, то неважно, кто против вас, Бог, несомненно, спасет вас и исполнит свое слово о вашей жизни, потому что он никогда не меняется. И пошел Давид в Алперацим и поразил бедность». Мы уничтожим, истребим этот ужасный феномен под названием «бедность в Южной Африке». Мы объединимся с правительством, с бизнесменами, разработаем стратегию и искореним бедность в нашей стране. Во имя Иисуса. Итак, Давид поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Он рассек скалу, и воды хлынули, и пустыня превратилась в прекрасное, благословенное место. Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим, что означает «Господь, который устраивает множество прорывов». Господь, который сверхъестественно устраивает множество прорывов. Кому из вас нужен прорыв в какой-то сфере вашей жизни? Кому нужно, чтобы Бог прорвал что-то в вашей жизни? А у кого когда-нибудь был прорыв? Кто из вас может вспомнить хоть что-то, что Бог сделал для вас в прошлом? Возможно, вы думали, что вы не справитесь с чем-то, но вы справились. Я хочу сказать вам, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. У Бога есть для вас не один, а множество прорывов. У Бога есть для вас не одно избавление, а множество избавлений. У Бога есть для вас не один ворон с обеспечением, а множество таких воронов. У Бога есть для вас не один ангел-защитник, а целые легионы ангелов. Но вам нужно знать о том, что Бог — мастер прорыва. Он — гений прорыва. Наш Бог — мастер прорыва. Гений прорыва. Он работает над вашим прорывом, пока вы в церкви славите Его. Он работает над спасением вашего ребенка, над вашим обеспечением и освобождением. Вот какому Богу вы служите. Бог сейчас здесь. Прославляйте Его. Вы многое пережили, но Бог не сидит сложа руки. Он устраивает ваше избавление. Слава Богу, что Он назван Богом прорывов во множественном числе. Иначе вы могли бы подумать, что у Него для вас лишь один прорыв, один единственный. Но мы видим, что на поле боя, когда Давид столкнулся с Голиафом, Бог помог ему. Когда он был в Циклаге, Бог помог ему. Когда филистимляне напали на него в долине Рефаим, Бог помог ему. С чем бы вы ни столкнулись, знаете, что он мастер вашего прорыва. Он мастер вашего будущего. Он мастер вашего наследия и вашего завтра. И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. Все планы и козни врага. Все, что он запланировал, чтобы упредить возвращение Христа, не исполнится. Этот новый мировой порядок, которого люди так боятся, не состоится раньше своего срока, потому что перед приходом Иисуса Христа будет еще величайшее пробуждение. Поэтому мы не будем спать или дремать,
Поэтому мы не будем уходить на пенсию в 60 лет, а будем зажигаться заново и в 60, и в 70, и в 80, и будем уверенно продвигать Царство Божие. Мы будем зажжены сильнее, чем те, кому 13. Давайте, все те, кому, как и мне, больше 50, воздайте Богу радикальную хвалу. Ведь Бог сделает что-то особенное для вас. И ваше лучшее время еще впереди. Я сказал, ваше лучшее время еще впереди. Я буду повторять это, пока вы не поверите. Неважно, какие у вас были родители. Неважно, знаете ли вы их вообще. Неважно, что люди говорят о вас. Главное, что у вас есть Бог, и Он работает над вашим будущим. Он сказал Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя и назначил тебя пророком для народов. То, что Бог назначил для вашей жизни, исполнится, и никакой дьявол со своими кознями не остановит Божий план для вас». У него ничего не выйдет, потому что с вами Бог. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. То есть, пока вы живете в этом мире, у вас будут трудности разного уровня. Поднимаясь на новый уровень, вы будете сталкиваться с более сильным дьяволом. И поэтому вы не можете быть христианами с белым флагом, которые сразу же начинают им махать. Сатана не играет в такие игры. Чем выше вы будете подниматься, тем сильнее он будет атаковать вас. Чем больше на вас помазания, тем сильнее он вас атакует, чтобы помешать вам исполнить ваше предназначение. Вот почему вам нужно быть стойким, вам нужно быть укорененными во Христе, а также иметь сильные отношения с Иисусом. И вы должны знать, что Иисус говорит о вашей нынешней ситуации. Итак, филистимляне перегруппировались. Враг всегда так поступает. Даже когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, Библия говорит, что он оставил Иисуса лишь на время. То есть, когда вы победили в одном сражении, вам уже нужно готовиться к следующему. Это не негативный настрой, а реальность жизни. Пока вы живы, вас постоянно ждут сражения. Вы можете согласиться на посредственность, вы можете согласиться на то, чтобы быть никем, но Иисус спас вас не для того, чтобы вы были никем, а чтобы вы пошли по миру. Вспомните первую церковь. Когда ученики начали проповедовать по миру, буквально весь ад выступил против них, но они были стойкими. Они держались за Бога и никогда не сомневались в том, что Бог с ними. Именно так Бог и сказал Давиду. «Я, несомненно, помогу тебе. Избавьтесь от сомнений и безнадеги. Избавьтесь от страха и неопределенности. Забудьте о плане Б и о том, что говорят другие люди. Перестаньте общаться с теми, кто пытаются отговорить вас от вашей мечты. Держитесь поближе к Богу и верьте, несмотря ни на что, несмотря на атаки дьявола, несмотря на сопротивление. Я держу победу, потому что я имею слово от Бога. Бог сказал, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. Бог говорит, я с тобой, чтобы поддерживать тебя. Я поддержу тебя в огне. Даниил, я закрою пасть львам. Иосиф, я переведу тебя из тюрьмы во дворец. В свое время я исполню свое слово. Так что кто-нибудь скажите на это аминь. Слава Господу!» И вопросил Давид Господа. Враг снова атакует Давида, но он не предполагает, он не делает вывод, он не думает, он не ленится. В своих отношениях с Иисусом Христом он тверд. Он не забывает о своей духовной жизни, потому что Бог недавно помог ему. Он не становится беспечным, тот же самый враг, но уже немного ослабленный, атакует Давида снова. И что же Давид делает? Спрашивает у Бога. Он снова обращается к Богу. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, окружи их сзади». Это военная стратегия.
Бог — самый лучший стратег. Бог — не какой-то сгусток энергии или мистическая сила без разума, мудрости или интеллекта. Когда Бог творил небо и землю, там все было идеально. Поэтому ваше избавление придет не от пророка, который просто махнет над вами рукой, как думал Нейман. Он думал, что пророк взмахнет рукой, его болезнь исчезнет. Нет, пророк сказал: «Иди, окунись в реку Иордан, пойди сделай то, чего ты не хочешь делать, пойди на поле боя, пойди окунись, пойди и сделай возможное, а Бог сделает невозможное. Примени Слово Божие, если хочешь увидеть помощь от Бога. Если вы не будете ничего делать, то ничего и не будет. Я думаю, что разница между мной и вами в том, что когда я спасся, то спасся по-настоящему. Я не пытаюсь оскорбить вас, я хочу привести вас в чувство. До своего спасения у меня была довольно безбашенная компания, и когда я спасся, то прекратил делать то, что делал раньше. Я перестал ходить в клубы, в бары, на дискотеки и так далее. Я спасся и ушел из клубов и из баров. Я спасся и стал искать Бога. Я начал любить Бога и идти за Ним. Тогда как многие из моих друзей были одной ногой в церкви, а другой ногой в мире. Если вы хотите нарушить эту статистику, то вы должны серьезно отнестись к Богу. Если вы хотите нарушить статистику безработицы среди молодежи и подняться на высоты, то вам нужно серьезно относиться к вашим отношениям с Иисусом Христом, потому что Он нарушитель статистики, Он мастер избавлений, и Он приведет вас во дворец вопреки всему. Он даст вам благоволение перед царями. Он даст вам божественную встречу. Он сделает так, что вас заметят. Рут, Ваос заметят тебя. И это откроет для тебя совершенно новые горизонты, потому что ты служишь Господу Иисусу Христу на совершенно другом уровне. Надеюсь, вы меня слышите. Нет такого понятия, как «спасенный наполовину». Поэтому, несмотря на все трудности перед вами, вы, молодые люди, должны быть такими, как Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. Вы должны решить не оскверняться тем, что мир предлагает вам. Мирская музыка. Когда я спасся, мирская музыка ушла из моей жизни совершенно. Я сказал «совершенно». И Юрай Хип, и AC/DC, и Black Sabbath, и Adam and the Ants. Все они ушли. Мы разорвали отношения. Я их просто бросил. Я начал молиться, и во время молитвы у меня было много внезапностей. Из мира в церковь пришло это отношение. Я никому и ничего не должен. Я ничего не должен делать, потому что все уже сделал Иисус. Да, Он сделал. Но если вы хотите иметь прогресс, то вам нужно устремиться за всем, что Иисус имеет для вас. Вы не можете сидеть, как все остальные, и думать, что вы такой крутой, что вам ничего не нужно делать. Так у вас ничего не выйдет. Многие из моих друзей были талантливее меня. Многие были призваны в служение и были лучшими ораторами, чем я. Лучшими в различных аспектах, но они так никуда и не пришли, потому что не относились к Богу серьезно. Они никогда не относились к Богу и к Иисусу Христу серьезно. Они не думали, что их отношения с Иисусом — это самое важное в их жизни. Вам нужно понять, что ваше самое важное призвание — это только Он. А когда вы последуете за Ним и найдете Его, Он приведет вас в такие места, что люди будут завидовать вам. Они будут думать, как он смог этого добиться, я не понимаю. Возможно, он занялся чем-то не тем. Нет,
Вы как раз все делаете правильно. Вы следуете за Царем царей и Господом господ. Вы следуете за великим Богом, который сказал: «Следуй за мной, и я сделаю твое имя великим. Я благословлю тебя». Вспомните первую церковь. Первые ученики были обычными рыбаками, пока не последовали за Иисусом. Он сказал: «Идите за мной, я сделаю вас тем, кем вы представить не могли». Они ездили по миру, проповедовали в разных городах, без гонений. Конечно же, не обошлось, потому что Библия говорит: «Если мы следуем за Ним, то нас ждут гонения». Но нас не должно это останавливать. Когда Давид был в долине Рефаим, на него напали в первый раз, но затем враг решил атаковать его снова. Возможно, вы работаете на кого-то, и бизнес процветает, но вам не платят зарплату. Или кто-то работает над тем, чтобы ваш бизнес обанкротился, или пытается вас обмануть. Но знаете, что Бог не спит, и вы тоже не спите в своих молитвах. Не падайте духом, не расстраивайтесь. Стойте твердо, даже посреди долины тени смертной. Вопрошайте Бога, поклоняйтесь Богу, потому что всего одно слово от Бога может вывести вас из отчаянной ситуации. Всего одно слово от Бога приведет вас из пустой лодки в настолько полную, что вам понадобится помощь других людей с вашим уловом. А вот в какое время мы живем, когда Бог работает над сверхъестественным избавлением людей, которые следуют за Ним во имя Иисуса. Итак, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. Скажите вместе: «Стратегия». О, нет-нет, давайте все вместе скажем: «Стратегия». Вы никуда не придете без Божьей стратегии, без составленного плана действий, который переведет вас из вашего нынешнего состояния в будущее, приготовленное для вас Богом. Это путешествие в неизвестное. Отправляйтесь в это неизвестное, не бойтесь его. Итак, какая у вас стратегия? Хотите быть лучшим доктором? Но ленитесь учиться? Хотите быть хорошим финансистом? Или бизнесменом, и родители оплачивают вашу учебу, но вы прогуливаете пары? Да вы просто лентяй. Так вы мало чего добьетесь. Мама с папой вам этого не скажут, потому что они успокаивают вас. Но этот проповедник любит вас, конечно же, не больше ваших родителей, но достаточно, чтобы сказать вам, что жизнь не вознаграждает посредственностей, или точнее, лентяев. Жизнь не вознаграждает тех, кто на втором месте после лучших людей. Я не говорю, что вам нужны самые высокие оценки. Я говорю, что вы должны стать лучшей версией себя. Вам нужно быть честным с самим собой. Вы можете обмануть весь мир, но не себя. Вам нужно работать над своей личностью, над своим характером, над своей порядочностью, над своими навыками. Подтачивайте свое мастерство. Становитесь лучшим, лучше и еще раз лучшим, в 10 раз лучшим. Это в ваших руках. Если вы будете играть в игры, то этого не случится. Играть можно, но лучше играть и учиться. Играйте, но будьте лучшей личностью вашей компании. Будьте самым старательным и усердным. Имейте стратегию того, как подняться на вершину во имя Иисуса. Вам нужно научиться смиряться, не превозноситься, быть слугой для всех, потому что тот, кто желает быть великим в Царстве Божьем, должен научиться быть слугой. Бог будет продвигать слугу, а не того, кому все должны. Поэтому вы должны хвататься даже за наименьшую возможность, которую дает вам Бог. Уважайте эти возможности. Потому что даже маленькие возможности приводят к великим вещам. Библия говорит: не пренебрегай малым началом. Вам нужно быть тем человеком, который выделяется. И сегодня это несложно, потому что многие люди
не способны даже убраться в собственной машине. Садишься к другу в машину, а там, как на мусорной свалке. Убираете в своей машине. Он 3 года назад ел гамбургер, а обертка от него до сих пор валяется в машине. Не ходите на свидание с таким парнем. Представляете, как выглядит дом такого человека? А? Все хотят, чтобы все сыпалось на них с неба. Иисус уже пришел. Он уже организовал ваше избавление. Он уже дал вам все необходимое для жизни и благочестия. Он уже дал вам силу и помазание. А теперь Он хочет организовывать в вашей жизни внезапности. Но вопрос в том, готовы ли вы к этому. Если вы не будете готовы, и придет этот божественный момент, а вы не войдете в эту дверь готовым, собранным, то эта возможность может никогда больше и не появиться. А дело в том, что вы не занимались своим развитием, когда были еще никем. Давид учился быть лидером, когда заботился об овцах своего отца. Иисус любит вас. Да, Он любит вас очень сильно. Без Него вы ничего не добьетесь. Но когда мы приходим к Богу, перед нами всегда возникают новые возможности. Библия говорит, что Его милость к вам обновляется каждое утро. Ничто не важно вечности так, как важен этот момент. Вам нужно исправить свои отношения с Богом, поэтому положите руку на сердце и просто скажите: «Дорогой Иисус, сегодня я отдаю себя Тебе. Спасибо за то, что любишь меня таким, как я есть. Я понимаю, что не могу прожить эту жизнь без Тебя, поэтому я открываю для Тебя свое сердце и принимаю Тебя моим Господом и Спасителем во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы любим вас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы хотим поддерживать и вдохновлять вас. Будьте благословенны во имя Иисуса. Аминь.